летнего солнцестояния самый длинный световой день в году синоптики обещают нам сухую, но ветреную погоду. 21 июня в Сарове ясно, утром плюс 15, днем воздух прогреется до 23 градусов тепла, ночью плюс 13. Ветер западный 4,6 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде мало облачно, утром плюс 15, днем столбики термометров поднимутся до плюс 22. Ночью плюс 14. Ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В столице солнечно. Утром плюс 14, днем до 25 градусов тепла. Ночью плюс 17. Ветер западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.